Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, то, пожалуйста, не забудьте подписаться, оцените это видео непременно и, конечно же, не забудь нажать на колокольчик, дабы не пропускать мои загрузки. Я загружаю очень часто, от 3 до 7 раз в неделю. Итак, друзья, продолжаем. Сегодня мы разбираем очередной парфюмерный дом. Ура, ура, ура! Я увлеклась парфюмами уже это помешательство длится больше года, на самом деле. У меня уже большая парфюмерная коллекция собралась. Я вам постепенно все это показываю, рассказываю, рекомендую, наоборот отговариваю и так далее. Поэтому мне вообще эта тема нравится, интересует. Я разбираю и делаю исследования по разным парфюмерным домам. Последний раз, в прошлый раз у нас был Карнер Барселона. Надеюсь, вы посмотрели это видео. И сегодня, если Карнер Барселона, он как бы нишевый, он не такой известный, то сегодня Майзон Франсис Курджан, это, конечно же, классика, про которую знают, ну как сказать, опять же, если вы увлекаетесь нишевыми ароматами, да? А если вы все-таки по дизайнерским, ну, мне кажется, про Бакару Руж все равно все слышали. Короче, друзья, сейчас я вам расскажу непосредственно про дом. Сейчас, секундочку, я сделаю паузу, потому что у меня кошечка пошла в туалет, и она будет нам мешать. Никуда не уходите. Так, продолжаем. Немного информации про непосредственно бренд. Родился этот дом в 2009 году в результате встречи Франсиса Курджана, известного парфюмера, на счету которого множество успешных творений, и Марка Чаи, соучредителя и президента парфюмерного дома. Вместе они осуществили свое стремление к чувственному, щедрому и многогранному ландшафту альфакторного свободного самовыражения, создав новую эмблему французского ноу-хау и стиля жизни. Дело в том, что Фрэнсис Курджан, он на самом деле родился он во Франции, но у него, как вы уже можете понять по фамилии, да, армянские корни. Значит, смотрите, в этот раз мы разбираем 10 ароматов, и я умудрилась расписать их, поставить их по местам. То есть, как бы, если в Карнер Барселона у меня примерно они все были, то есть они делились на очень хорошие и хорошие, то здесь у меня есть сильные, прям любимчики такие, и ароматы, которые мне нравятся гораздо меньше, так скажем. В общем, 10 место. Я, правда, не знаю, как это по-французски все правильно произносится. Я буду произносить так, как я умею. А уж вы меня там поправьте, если что. 10 место. Америс Фэм. Или, ну, пусть будет Америс Фэм. Я вам, как всегда, рассказываю ноты, описание и потом мое мнение. Да? Ноты следующие. Цветение лимона, калифорнийский апельсин, америс, ирис, ветивер, мускус и амбра. Описание бренда. Парфюмерная вода Америс Фэм – это яркий аромат, рожденный союзом Америса с Ямайки и ириса из Флоренции, непреодолимо притягательного сочетания. Так, друзья, значит, мое мнение, так как он на 10 месте, вы уже понимаете, да? Это фруктово-цветочный аромат, намного более цветочный, чем фруктовый, а это уже для меня не совсем хорошо. Очень женственный, друзья, вообще не мое абсолютно, но я уверена, что если вам нравятся вот такого рода женственные ароматы, я думаю, что у него много есть ценителей. Это, пожалуй, вот у него вообще-то все такие унисекс ароматы, но вот этот, это прям откровенно женский такой. Может быть, поэтому он мне еще не совсем нравится, потому что я все-таки предпочитаю, когда нишевые бренды, чтобы это был унисекс, либо мне больше нравится, когда даже в мужскую сторону склоняется, поэтому и либо нейтральную, да, поэтому мне не нравится мне этот аромат, короче, 2 из 5 я ему поставила, вот, пишите, знаете ли вы его, и я, кстати говоря, в курсе, что у некоторых это прям один из любимчиков, как ни странно. Так,
Идем дальше. Я, по-моему... нет, все правильно. На 9-м месте Aqua Vitae Cologne Forte. Ноты следующие. Лимон, гватемальский кардамон, сицилийский мандарин, цейлонская корица, бергамот, розовый перец, мадагаскарский ланг-иланг, цветение апельсина, сандаловое дерево, гаитянский ветивер. Вау, просто огромное количество нот. Их описание. Мандарин из Италии придает яркой свежести бергамоту, создавая яркий цитрусовый солнечный цветочный аромат. Aqua Vitae Cologne Forte – это парфюмированная вода, шлейф которой насыщен солнцем и чувственным мускусом, усиленным сандаловым деревом из Индии. Что я думаю по этому поводу? Это довольно странный аромат, друзья. Он цитрусовый, но он в то же время не свежий. Он напоминает такое, знаете, чистящее средство с лимоном. Это не мой вариант. Я люблю цитрусовые запахи, но цитрусовые запахи бывают... Ну хорошо, давайте их упростим до двух типов. Вот именно, которые напоминают чистящее средство и которые прям такие натуральные цитрусы, как будто рядом с вами их режут, да, по-живому. Вот, поэтому это вот такой вот вариант чистящего средства, к сожалению. 3 из 5 я ему поставила, он мне больше гораздо нравится, чем вот этот предыдущий, который женственный совсем, да. Но, тем не менее, далеко-далеко ему до моего любимчика. Итак, следующий аромат на 8-м месте. Называется он Oud Satin Mood. Ноты следующие. Болгарская роза, турецкая роза, ваниль, уд, фиалка и бензоин. Описание. Эта парфюмерная вода отражает желание создателя воплотить в жизнь Восток. Окутайте себя древесно-восточным ароматом, чтобы остановить время и погрузиться в глубину здесь и сейчас. Утонченность фиалкового аккорда, древесина уда из Лаоса сменяется эссенцией розы из Болгарии и абсолютом розы из Турции. А затем смешивается богатым аккордом ванили и амбры. Удовое атласное настроение создано для того, чтобы его носили на коже, как богатую ткань. Значит, смотрите, вы уже по нотам наверняка понимаете. Во-первых, это здесь не одна роза, здесь их две аж, болгарская и турецкая. Вот, поэтому, значит, это очень тяжелый, густой аромат на основе из уда и розы. Конечно, он восточный, богатый в этом плане на любителя. На любителя. Если вам нравятся такие вот тяжелые розово-удовые ароматы, именно такие, прям немножко такие пудровые, такие как бы... Я это, знаете, с чем у меня вот прям перед глазами сравнение, как такая плотная штора. Вот, тогда он вам придется по вкусу. Я ему поставила 3,5 из 5. 3,5, не намного лучше, чем предыдущий, но все-таки чуть лучше, да. Поэтому больше он подойдет, по моему мнению, чувачкам постарше, если вы понимаете, о чем я, да. То есть, как бы он не точно не на молодой нос. Абсолютно точно. Он уже такой как бы серьезный аромат. И для меня немножечко чересчур серьезный. Поэтому он не нравится мне. Ну, не настолько. Вот. Дальше. 7-е место. Aqua Universalis Cologne Forte. Ноты. Лимон. Не просто лимон. Лимон Амальфи. Бергамот. Белые цветы. Жасмин. Роза. Мускус. И древесные ноты. Их описание. Свежая туалетная вода Aqua Universalis – это аромат для всех и каждого, с ярким солнечным ароматом, подходящим и для мужчин, и для женщин. Это туалетная вода унисекс, соединенная с кожей, а затем выходит за пределы тела, олицетворяя искусство парфюмерии. Этот цитрусовый аромат деликатно раскрывает ноты бергамота из Калабрии, цитрона из Сицилии и белых цветов. Мое мнение, друзья, свежий, цитрусовый, летний-весенний аромат, очень солнечный и легкий, угадываются все перечисленные ноты. Хорошо сочетаясь, они как бы вводят хороводы, а они как бы неотделимы друг от друга в этом аромате, то есть они все хорошо между собой смешаны. Замечательный освежающий аромат.
замечательно. Я ему поставила, правда, 4 из 5. То есть, как бы он... Я бы не стала его покупать в большом варианте, но объективно очень-очень хороший. Вот, казалось бы, да, здесь написаны ноты, указаны, которые я не люблю. Это белые цветы, это жасмин, это роза, например. Эти мне вообще никогда не нравятся, когда доминирующая нота. Но здесь настолько все хорошо перемешано, плюс вот эти вот цитрусы, они, видимо, как-то вытесняют их, что ли, вот эти все, которые жасмины, розы и так далее, которые душные обычно. И он прям-таки очень гармоничный, это аромат, поэтому 4 из 5, это очень хорошая оценка, он мне однозначно нравится. Дальше. На 6-м месте Aqua Celestia Cologne Forte. Ноты следующие. Лайм, петтигрейн, лимон, мята. Цветение черной смородины, жасмин, гидеон, мимоза и мускус. Также ландыш. Их описание. Бергамот смешивается с фруктовыми нотами черной смородины, мимозы с оттенками малины и ежевики, и жасмина с оттенками клубники, абрикоса и персика, а затем постепенно растворяется в мягкости фруктового мускусного аккорда. Что я думаю? Это очень цитрусовый, радостный, солнечный аромат. Друзья, сочетание белых цветов и цитрусов в данном случае, опять же, для меня работает. Для меня работает. Опять же, казалось бы, на бумажке, поэтому никогда не нужно смотреть, ну как никогда. Очень часто так бывает, что вот я бы посмотрела, да, на описание, на ноты, там, жасмин, опять этот там, белые цветы и так далее. Я думаю, нет, мне, скорее всего, не понравится. Но на деле, это же смотря с чем их смешивать, да, смотря в каком количестве и так далее. Поэтому точно так же 4 из 5, хороший аромат. 4 из 5 вы понимаете, что я бы его не стала в большом варианте покупать, но объективно очень-очень хорошо. Дальше. Это был, значит, номер 6 аромат, да? Следующие 5 получается, да, следующие 5 ароматов. Вот эти 5, которые изначально, они там микс, да, у меня, то есть как бы, знаете, первое самое мне вообще не нравится, потом мне чуть больше нравится, и потом нравится уже очень-очень даже сильно. Но вот следующие 5 у меня получили 5 из 5, то есть как бы вот эти можно рассматривать в качестве большого варианта. На 5-м месте Gentle Fluidity Silver. Ноты: можжевельник, кориандр, мускус, древесные ноты, мускатный орех, амбра и ваниль. Их описание. В Gentle Fluidity Silver доминируют ноты мускатного ореха и амбры, создающие яркий и комфортный шлейф. Эссенция ягод можжевельника раскрывается ультрасвежей и ароматной нотой, похожей на шипучий джин, сбалансированный сухими пряными нотами и ароматными нотами мускатного ореха. Друзья, для меня это просто великолепный аромат, ультра свежий, он такой искрящийся, как будто, у меня такое вот, опять же, видение, как будто лучи солнца отражаются в стекле, понимаете? Вот, или в воде, например. Идеально легкий летний весенний аромат. Мне он очень нравится, он создает хорошее настроение, он вдохновляет. По звучанию он больше клонится в сторону мужского, даю вам знать, но, конечно, хорош. Этот аромат, он прям пахнет дорого, друзья. Ну, это и бренд дорогой, очень дорого все стоит, в любом случае. В общем, 5 из 5 однозначно, Gentle Fluidity Silver. Я его прям серьезно рассматривала как в большом варианте для приобретения. Но пока я успокоилась, пока как бы отложила это, может быть, в будущем, пока нет, но в будущем это претендент, друзья. Так, дальше, на 4-м месте Grand Soir. Ноты: амбра, сиамский бензоин, ваниль, боб тонка, испанский лабданум или лабданум. Их описание. Погрузитесь в бесконечную ночь и насладитесь нескончаемым великолепием парижского вечера, когда мосты и памятники сияют, как будто освещены тысячи огней. Grand Soir, наполненный теплотой, ванилью бензоина из Сиама и бобами тонко из Бразилии, оттененными глубокой тьмой смолы ладаника из Испании. Ой,
кудрявые такие всякие описания. Мое мнение, друзья, это очень теплый, уютный, сладкий аромат, который определенно согреет вас звездной летней ночью или вечером. По праву считается классикой и любимчиком многих. Это реально Grand Soir, один из самых популярных их ароматов. Точно так же 5 из 5, и точно так же я его рассматривала в качестве большого варианта, пока тоже я не буду его покупать, но в будущем очень может быть. Совершенно замечательный аромат. Противоположный вот этому предыдущему, если предыдущий такой свежий, легкий, весенний, летний, то этот такой теплый, согревающий, уютный, на вечер подойдет летний точно так же, либо на осень, на зиму, да? Так, на третьем месте, кто бы мог подумать, Baccarat Rouge 540 X-Tray, то есть это не классическая версия, а экстрактная версия. Итак, ноты. Горький миндаль, шафран, египетский жасмин, кедр, амбра, древесные ноты и мускус. Их описание. Отточенное мастерство парфюмера и мудрость, приобретенная со временем, привели к рождению этого древесного экстракта духов, ставшего высшим достижением Фрэнсиса Курджана. Мое мнение, друзья, в этом аромате больше специй, чем его классической версии, которой Baccarat Rouge 540 просто, без экстрей, да? Значит, смотрите, это как бы восточная сестра оригинального Baccarat Rouge. Я его так воспринимаю. Оригинал мне уже нравится больше, естественно, как вы уже поняли. Они как бы и похожи, и нет в то же время. В этой версии огромная такая доза шафрана, то есть вы прям, если и вам больше нравятся восточные ароматы, и вот со специями, то вам больше этот вариант понравится, нежели классический. Поэтому я знаю многих, кто предпочитает именно эту версию, но эти люди, они обожают вот такие вот всякие spices, да, то есть как бы они любят ароматы со всякими специями, как вот на индийскую кухню, когда заходите, там у них специи, вот как или индийский базар, да, например, вот такие ароматы, кто любит, вот эта тогда версия вам подойдет больше. Но я ее поставила точно так же, как бы 5 из 5, понятное дело, она хорошая, но мне нравится больше классический вариант, который у меня занял второе место, не первое, а второе. Ноты. Шафран, жасмин, амбра, хвойная смола и кедр. Их описание. Свежие нотки жасмина, шафран усиливают минеральные нотки амбры и древесные тона кедра. Яркая, изящная парфюмированная вода Baccarat Rouge 540. Мое мнение, друзья, это очень необычный аромат. Он легкий, он сладковатый, он такой прозрачный как бы. Кто-то, друзья, угадывает в этом аромате сахарную вату. Ну, вот это я, например. Жжёную карамель, да, вполне. А кто-то медицинские больничные бинты и пластыри. Это оператор, например, это все, что он чувствует. Это неоднозначный поэтому аромат, но однозначно одно. Его либо обожают, либо его ненавидят, но равнодушным он не оставляет никого. Это как с тем платьем, помните, когда был такой ВКонтакте платье было, кто-то видел его, я уж не помню, там какие цвета были, кто-то видел его, допустим, в зеленом варианте, а кто-то в бежевом. То есть люди поделились на два лагеря. Также и здесь. Кто-то Baccarat Rouge, большинство, конечно, его любят, но есть и хорошая такая доля, которая чувствует в нем медицинский вот этот запах. Вот. Так что такие пироги я медицинского ничего в нем не ощущаю. Для меня это сахарная вата, карамель. Но стала бы я его покупать в большом варианте, скорее нет, чем да. Не настолько он мне нравится, он очень дорого стоит, поэтому я пока воздержусь, так скажем. Пишите, есть ли он у вас. Дальше, на первом месте... Это просто мой самый любимый аромат этого парфюмерного дома, и его я совершенно точно хочу приобрести в большом варианте. Он у меня в виш-листе, я его пасу, так скажем, я его хочу приобрести как бы со скидкой хорошей, понимаете, потому что это прям, ну, какие-то цены запредельные у этого дома, конечно. Вот, хотя бы, ну, я, естественно, не рассчитываю на большой вариант, не 75 мл, а хотя бы 35 мл, я уже буду счастлива.
Gentle Fluidity Gold. Ноты: ваниль, амбра, мускус, древесные ноты, можжевельник, мускатный орех, корни, нет, кориандр, корни кедра, я почему-то читаю кориандр. Их описание: в полностью обволакивающем шлейфе Gentle Fluidity Gold вы найдете эссенцию семян кориандра и дозу мускуса и ванили. Как и мускус, пряные цветочные нотки семян кориандра придают свежести и стойкости шлейфу. Мое мнение, друзья, это вау, вау, вау. Аромат праздник. Это просто король гурманских ароматов, друзья. Это сплошное великолепие, вкуснотища. Шикарная ваниль. Обволакивающая вас полностью. Она укутывает вас, она вас согревает, она успокаивает. Это один из самых лучших ванильных ароматов на рынке. Это must have просто. При этом, хотя это нишевый бренд, как вы уже, естественно, это знаете все, это ванильный аромат, который понравится, друзья, мне кажется, всем. Нет, мне кажется, ни одного человека, даже любителя именно только дизайнерских ароматов, да, которому мог бы этот аромат не понравиться. Вот, например, я вам просто приведу пример. Я недавно разговаривала со своей знакомой, вот эта французская Джули, да, про которую я вам уже рассказывала. Мы с ней, значит, стоим, что-то разговариваем, и она говорит: я только что была в магазине, я вот аромат понюхала, у меня все еще и влюбилась в него. Я говорю: какой аромат? И она мне вот этот аромат говорит, Gentle Fluidity Gold. Она вообще абсолютно не парфюмерный маньяк, то есть она как бы, ей нравится дизайнерский, вот Miss Blue, Dior, там, Blooming Bouquet, вот всякое такое, да, обычное. И представляете, она пошла в магазин, она понюхала, она говорит: я несколько дней назад понюхала, у меня все еще эта бумажка в кармане, она все еще так же пахнет, представляете? То есть это очень стойкий точно так же аромат, и она говорит: я его очень сильно захотела, но я, опять же, никто не хочет платить такую большую сумму, то есть она говорит: хотя бы в маленьком варианте. Я говорю: да что ты говоришь, говорю, у меня тоже он в списке хотелок, какое совпадение. Вот, и... Что бы вы думали, несколько дней назад она мне написала и сказала, что она его заказала из Франции, вот, из Франции, там что-то бесплатная доставка была и так далее, вот, поэтому она его сейчас ждет, она написала, что она просто невероятно счастлива, я говорю: очень-очень хорошо, я говорю, тоже его хочу приобрести, но я жду, пока вот он, может быть, здесь у нас появится, но она, кстати говоря, вот 35 миллилитров, вот тот размер купила маленький, да, и я тоже его обязательно-обязательно хочу, я за не очень рада. Вот, так что мы будем с ней пахнуть одинаково теперь. Итак, друзья, это все 10 ароматов вот этого замечательного парфюмерного парижского дома, супер популярного, супер интересного, мне все нравится, ну, за исключением, может быть, парочки, да, которые как бы вообще не мое, но считайте, половине я поставила из этого 5 баллов, да, это уже о чем-то говорит. Напишите, пожалуйста, знаете ли вы этот бренд, подписывайтесь обязательно, потому что я уже приготовила, на самом деле, еще по нескольким брендам, у меня уже все выписано, все, рейтинги все расставлены, если вам интересна такая тема, обязательно оставайтесь в нашей замечательной компании. Вот, а пока мы тогда будем прощаться, и мне будет интересно узнать, пробовали ли что-то от этого парфюмерного дома, и, может быть, даже у вас что-то есть, вот это было бы круто, да, потому что я знаю, что, например, Баккара у многих есть, и за это тоже как бы ее немножечко хейтят, потому что она настолько популярна, несмотря на ее цену, да, что и как бы многие ее ощущают везде, представляете? Ну и плюс еще много всяких дубликатов появилось уже к этому времени. Самый главный дубликат Баккары, это вы знаете, да, от Ариана Гранде Баккара, вот этот Cloud парфюм, да, который практически идентично пахнет, поэтому... Это как вариант, точно так же, если вам неохота тратить деньги на вот этот вот оригинал. Ну, естественно, они там не на 100%, но мало кто может отличить, если вы набрызгаетесь Баккарой и вот этим Cloud, облачко от Ariana Grande, мало кто может отличить и сказать разницу, представляете, вот. Так что вот, и сейчас у нее, кстати, у Ariana Grande вышла Cloud Intense версия. То есть она еще больше похожа на Баккару, и она более такая устойчивая, более стойкая, более шлейф и так далее. Так что такие пироги. Напишите, знали вы эту информацию или нет. Итак, друзья, все, заканчиваем. Всего хорошего вам. Пока-пока.